который открывает в этом году фестиваль «Открытый город», который посвящен тому, чтобы молодые архитекторы, архитектурные студенты смогли познакомиться с опытом лучших практикующих архитекторов и теоретиков архитектуры и научились, может быть, тому, чему они не могут научиться в ВУЗе. В этом году тема звучит как «Право на город». И вот некоторые аспекты этого права мы сегодня попробуем обсудить. Я за несколько часов до начала этого разговора заслал участникам свои тезисы, то есть так, то, как я представляю это. Ну и поскольку вы этого не читали, то буду по мере продолжения разговора фрагменты этого текста, наверное, зачитывать. Второй раз я так не скажу, хорошо или плохо. Вот. Для начала давайте я представлю участников. Начну издалека. Амир Дятулин, IND Architects, Анастасия Рычкова, Бюро Дружба, Олег Распопов, Йо Architects, Александр Острогорский, архитектурная школа «Марш», Даниил Никишин, один из горожан в Citizen Studio, поскольку по-русски они называются горожане, и место рядом со мной скоро займет Ната Татнашвили из Nowadays. Вот-вот она будет с нами. Ну, а я, пожалуй, прочту первый абзац, потому что для начала нам надо договориться о терминах, чтобы наш разговор был, ну, примерно об одном и том же. Хотя я говорю сразу, что поскольку мы только начинаем, то это не такой разговор, в котором в конце все между собой согласятся, обнимутся и пойдут дальше делать вместе одно дело. Люди, которых мы собрали, как нам кажется, к этому делу подходят очень во многом по-разному. И поэтому я рассчитываю услышать максимально полярные точки зрения. Итак, право на город – это право горожан пользоваться городскими пространствами, активно влиять на их преобразование. Субъекты этого права – субъекты – это те, кто действует. Не только отдельные люди, но и группы, сообщества, вплоть до самого большого сообщества, населения города в целом. Ну, чтобы разрешать противоречия, неизбежно возникающие между разнообразными субъектами права на город, нужен тот, кто преобразует проблемы и потребности в задачи и убедит каждого, что предложенная постановка задачи, а затем предложенное решение соответствует его потребностям и не разрушит его ценности. Ну, я бы попросил вас для начала высказаться о следующих вещах. Если хотите, вы можете о чем-то другом говорить, конечно. Согласны ли вы, во-первых, с таким определением право на город? Ну, а во-вторых, согласны ли с тем, что вот таким посредником может быть именно архитектор? Понятно, что там и другие специалисты присутствуют, но является ли архитектор в этом деле ключевым посредником? И вообще, является ли он посредником, или у него какая-то другая, более или менее важная роль? Начинайте, кто готов. Знаете, я вот по поводу слова «посредник», если мы хотим о терминах разбираться, то в данном случае я против слова «посредник». С одной стороны, выражает эту идею быть между, скажем так, проектной организацией и пожеланиями жителями. С другой стороны, архитектор для меня – это архивариус, это собиратель всего, собиратель легенд городских, собиратель городских пространств, городских потоков и так далее. То есть, вот, ну, как бы, мне вот ближе это слово. Вот. И, безусловно, если говорить о том, что есть право на город, так оно и есть у каждой группы, у сообществ, мы этим пользуемся. И, в принципе, архитектор должен это чутко настраивать, и, по крайней мере, от него зависит в итоге финальная реализация, потому что, собственно, проектом руководит он, и СНИПы никто не отменял. А можно я еще один вопрос задам и тебе, и всем остальным? Вот согласитесь ли вы с определением города, как в первую очередь все-таки совокупности его жителей, горожан, а не совокупности, например, домов или пространств? Да, я соглашусь, что это живая энергия, и глядя на там, как бы разные города, я понимаю, что
именно от вот этой человеческой взаимосвязи вообще город или живет, или умирает. Потому что если людей нет, нет жизни, город это, ну, как бы все, это просто кирпич. Спасибо. Настя, пожалуйста. Да, я, наверное, продолжу вот эту тему про посредника, да. Только вот, ближе к микрофону. Да, ты упомянул про посредника, архитектор как посредник между сообществом и, ну, в общем, то есть он соединяет людей. Наверное, из нашего опыта соучастия... Он ближе. Из нашего опыта соучастия это, в общем, такая тонкая история. Скорее тут нужен модератор, который слышит все стороны, потому что архитектор все-таки, у него есть своя позиция, достаточно сильная часто. Вот. И когда он выходит к людям, он зачастую через свои принципы, через свои идеи пытается слышать людей. Поэтому я считаю, что здесь абсолютно необходим независимый модератор, который соединяет всех интересантов пространства, там и малый бизнес, и администрацию, и жителей. То есть готов собрать беспристрастные их мнения, аккумулировать, выявить какие-то наиболее важные моменты и передать уже в копилочки, в шкатулочки архитектору. И только архитектор, который увидит вот уже своим неизмутненным творческим взглядом вот этот сбор данных и информации, он может с этим уже работать. Вот в нашей практике только когда выстраивается таким образом работа, да, то есть у нас всегда на соучаствующих сессиях есть модераторы, вот, архитекторы слушают, но они не участвуют в сборе, например, мнений и с общением непосредственным с населением. Вот, но они потом презентуют уже свои идеи, да, как они это услышали. Вот, мне кажется, вот это очень важный момент, потому что когда... то есть архитектор, мне кажется, он до сих пор... Творец, вот, наверное, это не скоро изменится, это и хорошо, и плохо, вот, но ситуация, мне кажется, меняется, и архитектурные амбиции уже немножко преломляются, и, мне кажется, архитектор уже стремится создать не какой-то памятник себе в будущем или в прошлом, да, вот я забегаю вперед вот к теме, которая была озвучена, а чутко реагирует на ситуацию. Чутко реагирует на то сообщество, в котором он работает, и на то место. Но при этом давайте зафиксируем между архитектором, человеком-архитектором и человеком-жителем нужна еще прослойка небольшая, да, модератор. Ну, я считаю, что во всех важных дискуссиях, а город – это очень сложная ткань, очень дискуссионная, с очень большим количеством разных и противоположных интересов, поэтому я считаю, что такой независимый человек необходим. Спасибо. Да, я, может быть, добавлю. С одной стороны, модерирование хорошо, но зачастую мы иногда приезжаем, например, в регионы, и понимаем, что у людей есть некие шоры, то есть они не понимают, что можно как-то сделать получше. То есть у них проблема образования. Вот мы говорим тут про архитектурное образование. Вот как раз-таки проблема в России то, что мало уделяется творческому архитектурному образованию, и у людей часто такие прям, они не видят потенциала, то есть пространства. Поэтому архитектор, который приезжает и что-то рассказывает, он в первую очередь должен... людям, наверное, показать какие-то практики, которые у него есть, опыт, который у них есть. Потом он, понятно, что выслушает их, но зачастую все-таки уровень диалога зависит от уровня образования. Если, например, в Москве, в крупных городах, там, в Санкт-Петербурге, вот этот диалог может быть очень продуктивный и понятный, и там термины, может быть, одинаковые, то в регионах, где люди мало сталкиваются с архитекторами, архитектор зачастую в регионах – это главный архитектор города и чиновник или человек, который обслуживает бизнес. Вот здесь все-таки нужно понять, то есть кто такой архитектор? Человек, который обслуживает бизнес, человек, который обслуживает людей, либо это визионер, который говорит: «Тишина, я вам сейчас все нарисую». А по твоему мнению, кто? Мне кажется, архитектор, он переводчик. То есть он переводит хотелки жителей, например, первый слой, чего жители хотят, да, то есть они хотят парковку, там, ну не знаю, просто фантазирую, хотят качели, лавку там или так далее.
Вот, и архитектор переводит, что же действительно скрывается под потребностью людей, что стоит за забором, да, что действительно, то есть он не напрямую говорит, ну отлично, давайте, жители, сделаем вам забор, лавку и качели, да, то есть он является переводчиком на архитектурный язык тех желаний, которые жители, ну, как вы говорите, очень совершенно разный есть уровень жителей, это абсолютно нормально, и очень разный уровень запросов. А архитектор, как бы, он обладает компетенциями, чтобы перевести это на архитектурный язык. Это, на самом деле, отличная подводка к следующему вопросу будет, да, потому что там у меня похожий взгляд. Амир, а ты согласен с этим, с тем, что Настя сказала? Ну, только коротко. Да, если как архитектор, как переводчик, наверное, да. Но иногда бывает, что переводить-то нечего. Понимаете, то есть и уровень архитектора, который переводит, да, тоже вопрос. То есть, ну, хорошо, вот тут... то есть поговорим об этом в следующем нашем круге. Можно? Даня, пожалуйста. Да. Извините, я не согласен, потому что работая в разных регионах, да, то есть в разных городах совершенно разными размерами, да, я понимаю, что у жителей всегда есть что сказать. То есть вот такого не было, что вообще переводить нечего. Да, это совершенно может быть простые, примитивные какие-то идеи, но они, как бы, жители обладают этим потенциалом. А мне кажется, тут в этой дискуссии важно было бы определить, потому что мы сейчас очень, опять-таки, сфокусировались на роли архитектора, да, ну, понятно, что нас это больше всего, наверное, заботит, но если отойти немножко дальше и вообще попытаться для себя определить, что такое действительно право на город в нашей реальности, вот в нашем контексте, где его граница этого права на город, где это право на город действительно может быть реализовано и насколько вообще-то в нашей реальности это возможно. Да? Потому что понятно, что существуют определенные пределы, в рамках которого мы можем действовать, и где вот этот потолок, как бы выше которого прыгнуть невозможно, где уже начинаются интересы совершенно других структур, где уже начинается политическое поле. А как известно, любое выражение в политическом поле в нашей реальности, оно чревато очень серьезными негативными последствиями. То есть вот где вот эта грань между действительно благоустройством, устройством жизни, среды вокруг тебя и изъявлением действительно уже политической воли. И где эта грань? А это очень хороший вопрос. Для тебя, где она обычно? В практике, в работе? В практике, я думаю, что эта история в том, что это тоже неравномерно распределено в пространстве, да, вот это вот социальное пространство, пространство социального взаимодействия и волеизъявления. Например, да, вот Москва, все, что происходит в Москве последние 10 лет, это, я бы так сказал, некое выражение авторитарной модернизации. То есть это такое причинение блага, это причинение добра людям. Но, например, есть регионы, где люди вовлекаются уже на этапе начальном. То есть, ну, например, да, вот с какого этапа люди, социум, жители вовлечены в процесс принятия этих решений? На начальном ли это этапе или их просто... там, скажем, им предлагают выбрать из двух вариантов там мощения. Значит, они по большому счету, ну, практически никак не участвуют в этом процессе. Спасибо. Ну, передай тогда, знаете, микрофон. Я на всякий случай повторю вопрос. Согласна ли ты с определением права на город, которое здесь я привел, и с тем, что архитектор вот в этой системе координат может выполнять, в первую очередь, роль такого посредника, модератора, медиума? И да, и нет. Мне кажется, тут немножко я, в принципе, вижу роль архитектора намного значительнее, чем принято считать в последнее время и в тех процессах, которые происходят. То есть я упорно сохраняю этот романтический образ такой достаточно высокой миссии, высшей, относительно всех тех процессов, которые мы сейчас обсуждаем. И с одной стороны есть вот эти какие-то политические, социальные процессы, которые позволяют или не позволяют жителям реализовывать какие-то свои права, влиять на
власть или не иметь такой возможности транслировать какие-то свои потребности и иметь агентов во власти для того, чтобы их выполнять эти требования и соответствовать этим потребностям. Но это скорее такие более, скажем так, политическо-инженерные процессы, которые происходят, и они достаточно простые, и они показывают какой-то нижний уровень вообще в принципе этой деятельности и роли архитекторов. А если говорить о чем-то большем, что архитектор, в отличие от каких-то активных граждан, каких-то хороших чиновников, хороших урбанистов, городских инженеров или тех, кто может просто собирать какие-то социальные запросы и просто их исполнять, архитектор — это человек, который в первую очередь может увидеть запрос, который еще не высказан, который еще никем не сформулирован и который никто, кроме него, еще не может не то что транслировать, а пока что осознать. И в первую очередь архитектор, как своей такой высшей задачей, он предлагает образ будущего, и он отвечает на вопрос и ставит вопрос, который еще до него не задавали. Потому что ответить на вопрос, который уже задан, очень просто. Это техническое дело. Да? Там вам что-то нужно, мы вам это даем. А подумать о том, что вам нужно, о чем вы еще сами не знаете, и предложить эту идею, и предложить ее так обаятельно, чтобы найти этому единомышленников и вызвать к этому сопереживание, влюбить в эту идею, заставить людей поверить в нее и вместе к ней идти. Вот это такая уже более высокая задача архитекторов, в которую я искренне верю. И даже на каких-то самых тривиальных и маленьких задачах ее можно пытаться реализовывать и хотя бы в этой плоскости думать. Спасибо. Кстати, ровно сегодня такую мысль думал над как раз. Наверное, это действительно помощь в формировании желаний своих и увидеть поле возможностей. По большому счету, человек же не понимает, что вообще можно. Да? И действительно транслировать образ другой жизни, иной жизни, возможности иной жизни. Это такая цивилизационная роль, я бы сказал, даже архитектору. Можно, да. Очень интересно, да, вот Ната высказала историю про такого архитектора-творца, и мне очень откликается эта идея, да, но мне кажется, это один из плюсов, а плюсов на самом деле два, может быть, и больше. То есть, мне кажется, настолько сейчас в нашей действительности все очень быстро меняется, то есть люфт планирования вообще сузился до буквально там очень коротких промежутков, и здесь архитектору нужно очень чутко реагировать на ту ситуацию, то есть очень постоянная сверка с тем, что происходит вокруг, не только со средой, но и там политической и другой ситуации. То есть он как будто бы предвидит его такая миссия, да, когда он предлагает новое будущее людям, мне кажется, какое-то время назад, да, это была абсолютно такая актуальная вещь, потому что, архитектор вел за собой, то есть он был флагманом каких-то идей, да, и то есть сначала люди, как Ната сказала, очень хорошо, архитектор должен вдохновить и повести за собой. И зачастую, когда новые идеи рождаются, это сложно. Да? Сначала они воспринимаются в штыки в основном. Вот. И поэтому, мне кажется, очень чуткая работа с людьми, с сообществом, то есть абсолютно важно, потому что не архитектор, например, когда он приходит к людям, он не может
может считать каких-то важных вещей. Например, какая-то яблоня, которая для людей является центром двора, который ее любит, и здесь она стояла столько... Ну, в общем, связанная история, такая антропология городская. Вот, эту информацию архитектор может получить только от людей, абсолютно разных людей, которые живут на этом конкретном месте. Вот. И мне кажется, симбиоз вот этой миссии архитектора и чуткая подстройка под ситуацию и под тех людей, где он, собственно, творит, ну, то есть, мне кажется, этот симбиоз важен, и вот эту связь с сообществом очень важно поддерживать в своих идеях. Спасибо. Ну, давайте теперь послушаем Сашу Острогорского, который... Я в сомнениях. Надо ли? В сомнениях, да. Во-первых, я не архитектор. Да, к несчастью. И все, что сказано, я совсем согласен, прямо от начала до конца. И тоже, как Илья, заготовил какие-то шутки, анекдоты, но понял, посмотрел на часы, что время идет очень быстро, и надо сразу к делу. Мне кажется, что что общая как бы интонация этого разговора про архитектора, который чутко слушает, угадывает, предсказывает, соблазняет, как бы вдохновляет, то, что Сергей сказал очень правильно, тоже ищет некую зону безопасности, в которой возможно, да, это все правда, поэтому, наверное, было бы, поэтому я бы, наверное, хотел добавить какую-то критическую, что ли, ноту к этому. Давай, давай. Да, сказав следующее, что, мне кажется, надо, и поскольку это, ну, мероприятие профессиональное, да, Арк Москва, то есть мы как бы говорим внутри сообщества, да, как бы друг с другом, не с жителями, да, там, не с чиновниками, то мне кажется, очень важно осознать в этом разговоре некоторую принципиальную асимметрию, которая возникает в отношениях между большим числом горожан и архитектором. И эта асимметрия вечная, она связана с самой профессией архитектора, которая, архитектура требует ресурсов, времени и денег. И архитектура инициируется в этом смысле всегда сверху. Архитектор всегда находится ближе к привилегированному классу. Значит, в древности это была аристократия, да, сейчас это, или там, начиная с 19 века, да, это такая растущая бюрократия национальная и городская. Архитектор всегда находится ближе по своему статусу и положению в обществе к этой части разговора. И его способность участвовать в этом процессе, она всегда этим ограничена. Это его положение просто в самом в обществе и в городе. Ну, один анекдот я все-таки расскажу. Все наверняка знают и там вспомнят. В Чикаго есть такой небоскреб. Вот тут сидит несколько моих студентов, я им рассказывал уже про это, им будет скучно. Такой небоскреб Sears Tower. Черная башня с антеннами. Ее строили в 70-х годах, и там возник такой казус. Значит, представители нескольких районов Чикаго подали в суд на застройщика. Их беспокоило, что башня перекрывает им ТВ-сигнал. И судья не вынес решение не в их пользу, в пользу застройщика, сказав, что телевизор — это еще не право сигнала, да? Купите себе антенны, как бы, и все такое. Что мне кажется в этом интересно? Значит, во-первых, действительно, какое право на что мы в городе вообще можем рассматривать, да? Телевизор, хотя судья не удовлетворил, но тем не менее была важная вещь. Да? Сегодня, например, вот я посмотрел, в Нью-Йорке есть такая городская программа, которая связана с развитием интернета, потому что интернет — это работа, это образование, это доступ к госуслугам, и в неблагополучных районах, где его не хватает, это становится фактором преступности. Да? То есть это уже тоже часть права на город. Относится это к архитекторам, не относится, я не знаю, но это часть дискуссии. И НАТО в этом совершенно права. Что еще там будет, да? Как бы мы должны, наверное, мы должны об этом думать. Вторая вещь. Архитекторы не участвовали в этом суде. К ним не было вопросов, да? Больше того, архитектор, и это замечательно, я как бы полностью
рад, да, я очень за. Архитектор Брюс Грэм. Его именем называется одна улица в Чикаго. Один из строителей этого небоскреба и инженер площадь у небоскреба называет своим именем. Да? То есть они свое право на город реализовали, владелец здания свое право на город реализовал. Что касается жителей, не знаю, возможно, они купили себе антенны. Возможно, их страхи оказались вообще как бы неоправданными. Да, да, и все было нормально. Вот. Эта диспропорция, она естественная, она имплементирована, как бы встроена в саму профессию. Избежать ее невозможно в начале этого разговора. Да? Какие средства мы используем или какие методы мы используем для того, чтобы исправить этот перекос? Считаем ли мы, что это нужно? Я не думаю, что все архитекторы должны так считать. Должна ли так считать профессия в целом, или, ну, институционализированная, как Архмосква или Союз архитекторов, предпринимать какие-то усилия для этого? Это, наверное, не мне решать, поскольку я не архитектор, но это возможно. Но мне кажется, это нужно осознавать, да, что архитектор — это не рыцарь на белом коне. Ну или да, он рыцарь, именно что, на белом коне, да? Аристократ, вот. Да, именно что. Всадник. Да. Ну это ему так, ну нет, возможно, это ослик, но жителям всегда кажется, что это конь, довольно здоровый. Вот. Это надо, мне кажется, это надо понимать и не строить иллюзий. И предпринимать там какие-то специальные усилия, если мы хотим быть, не мы, я не архитектор, если архитекторы хотят быть медиаторами там и всем остальным, это здорово, надо иметь в виду, с какой позиции на шахматной доске это начинается. Вот. Я, прежде чем, Настя, ты скажешь еще, я хотел бы, во-первых, забросить еще один вопрос так наперед, а во-вторых, я знаю, какой значок надо Саше подарить. Значок? Я не архитектор, большой, я не архитектор, круглый значок, чтобы ты не повторял это все время. Я не архитектор. Архитектор. Ну, если он хочет, чтобы его не считали архитектором, без значка не обойтись. Вот. Ну, поскольку тут уже многое сказали из того, что было в моих тезисах, как бы в их следующей части, например, о том, что архитектор там не медиум, не просто медиум, и, может быть, это не архитектор даже, а специальный человек, но что нужен переводчик. Вот я у себя там написал, например, предположил, что проблемы и потребности этот специалист преобразует в задачи. Вот, можно попробовать на это отреагировать, но самый главный вопрос, вернее, два, наверное. Первый – это как же все-таки надо общаться с людьми, напрямую или как-то опосредованно? То есть прямо вот выходить к ним и о чем-то спрашивать, и потом транслировать эти вопросы в более профессиональные формулы. Или же изучать это опосредованно через там бигдата, изучение различных там исторических источников, книг и прочей информации о месте. Вот. И ну, второе, да, как это транслировать обратно, это очень важный момент. И третье, не правда ли, что сам архитектор, участвуя в процессе, вовлекая жителей, вовлекается сам? Да, пожалуйста. Ну вот Настя сейчас уже собиралась сказать. Такой объемный вопрос следующий. Вот, хочу сказать про рыцаря на белом коне. Вот меня зацепила эта фраза. И это очень считывается, что зачастую при общении с сообществом архитектор противопоставляется всем остальным. Ну, то есть он всегда видится как предвестник перемен и не всегда, возможно, хороших. Вот. И сейчас это, вот, к сожалению, правда. И все, когда архитекторы появляются, в основном жители с очень с осторожностью относятся. Вот. И, ну, это в основном происходит в больших городах, в столицах, да, потому что много было обещаний, много было каких-то моментов, которые не были выполнены, и часто соучастие подменяется ну, какой-то формальностью. Да. Мало кто хочет действительно услышать голос сообщества,
и провести этот путь, пройти с ними от начала до конца, чтобы сообщество было вовлечено от идеи до финала и в процессе реализации, и поддерживать с ними связку. То есть часто не хватает ресурса, желаний, может быть, вообще такой задачи нет у архитектора. Да? И мне кажется, это прям какая-то миссия, когда архитектор решает, что он действительно не фейково работает на каких-то этапах сообщества. Например, снял какую-то информацию и пошел с ней дальше работать. Да? А эта сверка происходит на каждом этапе по-честному. Вот. Мне кажется, и не так много инструментов, и немного кто вообще этим занимается. Вот, и мало кто готов заказчик вкладывать в это средство, потому что это и время, и деньги, и удлинение процесса. Тут какой-то такой комплексный вопрос. Вот. Это, наверное, вот такой момент. И в столице больше опасений у жителей. Например, вот как ты упоминал про регионы, вот мы столкнулись, например, совсем с другой ситуацией, что в Большом Куземкино под Питером в деревне, да, жители, мы там делаем общественный центр и благоустройство, они, наоборот, настолько ждали архитектора, то есть им столько было чего сказать, и они, ну, то есть таким счастьем, с праздником встречали нас каждый раз, да, а когда мы приходим на сессию, например, во дворах Москвы, жители готовы, ну, чуть ли там, не бить архитекторов. Ну, то есть готовы бить. Вот. Но если есть желание действительно, а у нас, например, оно есть, пройти с жителями как-то полноценно, как с полноценными соавторами, то диалог удается наладить. То есть есть инструменты соучаствующих сессий, как задавать вопросы, как снимать запрос, как с ним работать, какую информацию показывать жителям, сколько этих сверок должно быть, какие должны быть этапы. Но я не буду подробно останавливаться, но эти методики помогают пройти этот путь таким образом, чтобы действительно эти идеи перевести в какой-то архитектурный проект, который будет принят всеми жителями в итоге, то есть в котором возможно увязать интересы, а зачастую совершенно противоположные на старте проекта. Вот. Ну, такая практика уже существует, и я думаю, что это не только применимо к каким-то дворовым территориям, ну, то есть это полуприватное пространство, да? То есть дворы — это полуприватное пространство, город — это общественное пространство, и там намного сложнее, больше связей, намного сложнее ткань, да? Там сложнее увязать все интересы, да, поэтому... Ты веришь в то, что это возможно, я так понимаю. Да, я говорю, что... Я считаю, что это возможно, да, и такие прецеденты есть у нас в меньшей степени, но много организаций не в нашей стране работают и с большущими, огромными пространствами, районами и городами, вот, поэтому я верю, что это возможно, просто нужно продолжать. Спасибо. Ну, Олег, давай, жги. Вещи хочется сказать, что вот услышал слово «слушать», да, и вспомнил. Ты что... тоже ближе к микрофону. Да, извините. Вот слово «слышать» жителей – это первое, чему я учу архитекторов, вот своих в нашей студии, чтобы ребята выслушали любые проблемы жителей. То есть, когда приходит житель, он порой вообще недослышан властью. И вот первое, что нужно, не просто начинать говорить о концепциях, мы хотим изменить мир ваш и так далее. А, ребята, давайте вот вы выскажитесь, что наболело. А можно я тогда спрошу? То есть да. Архитектор — это психотерапевт, что ли? Ну, в принципе, я так и подхожу. Говорю, ребят, нужно подходить с этой вот методологией, потому что если вы сейчас начнете говорить только о себе, вот как вы архитектор, вы должны проложить дорожку там или еще что-то сделать, вы получите фиаско, то есть вас разобьют жители. А если вы наладите с ним какой-то коммуникационный коридор или вот канал связи, когда да, вот у нас там это не делает власть, то не делает власти, у нас там раз, все, выслушали, выдохнули. Ребят, мы здесь собрались по этому поводу, давайте вместе. Мы не знаем ваш город, мы вот как бы, я сразу прихожу, когда, ну, если выигрываешь конкурс, да, и ты приезжаешь в город, ребята, жители, мы не знаем ваш город. Помогите нам сделать вам пространство крутым, классным, чтобы вам это было интересно.
То есть, ну, еще и, наверное, уникальным в чем-то. Ну, уникальным со всеми, да, эпитетами. И они такие, да, что можно? Я говорю, да, конечно, вы же пользуетесь. Мы приехали, да, мы профессионалы, но это наше видение. Давайте вместе создадим пространство. И это работает. То есть вот это вот. И опять же, я стараюсь, чтобы именно наши архитекторы, не было никакой вот этой вот между архитектором и жителем, не было там какой-то другой службы, которая там собирает и нам передает. Потому что вот только контакт архитектора или там команды, группы вот с жителями, с этой датой, с этими знаниями, потому что архитекторы потом вспоминают, говорят, о, слушай, они же говорили, вот нам собачью площадку, и там у них много собачников, давай сделаем. И вот это я прямо вижу, включенность, потому что иначе теряется. Но у нас так, вот хотел сказать об этом. И нужно слушать. Спасибо. Да, тут прям хочется уже возразить, потому что, ну, конечно, с одной стороны, это какие-то там очевидные вещи про запросы людей и про возможность слышать, но очень много, мне кажется, сейчас уже, особенно последнее время, какой-то переоценка и какое-то гиперзначение придается этой теме. И вообще вот это соучаствующее проектирование уже может уходить в какие-то дебри, которые немножко нас оттягивают от самой сути профессии, когда все-таки, как сказать, с одной стороны, излишняя опора на какой-то соцопрос и собранное мнение, это, чтобы не стало это перекладыванием ответственности и вообще делегированием функции архитектора и просто опиранием на какой-то другой опорой, которая нужна, если внутри профессии нет своей, да, то есть, вижу в этом какой-то перекос отчасти. А во-вторых, все-таки все эти примеры, которые коллеги сейчас приводят, я не знаю, специально это или нет, все-таки уводят нас в сторону двора, дорожки, площадки. Если мы говорим о городе, это такой сложный организм, и там такое количество мнений, что, в принципе, есть какие-то науки, которые апеллируют к большим и сложным данным. Да? Там это сложнее, чем мнение нескольких жителей одного двора, которым они пользуются, да, если мы говорим о городе все-таки. То здесь эти науки, которые собирают сложные данные, они наоборот говорят, что если ты соберешь 1, 2, 3, 15 мнений, это будет такая нерепрезентативная выборка, и там будет упущено столько противоположных мнений, которые просто невозможно на это опереться и считать это индульгенцией или оправданием, или какой-то претензии на истинность, мнение нескольких случайно взятых людей, вырванных из этой общей массы сложностей, и они точно не будут репрезентовать всю сложность этой картины. Поэтому это как раз вот те вещи, которые меня заставляют немножко сомневаться в этой излишнем упоре на слушание каких-то отдельных людей и в противовес видения какой-то общей картины. И я бы хотела тут привести пример тоже, когда мы говорим про пользователей. Если мы говорим все-таки про город, не про детскую площадку, не про двор, про город как такой огромный организм, который живет огромное количество лет. И пока мы не в Японии, все-таки горизонт планирование и ожидаемая длительность существования объектов, которые мы строим, но рассчитано на несколько поколений, на много поколений, то есть в среднем там мы думаем про 100 лет, допустим, если мы хотим сделать что-то значительное в городе, 150 лет, это наш какой-то примерный образ длительности жизни объекта, который мы себе представляем. Когда делали магистерскую студию в Марше, мы изучали Москву, и
у нас постоянно мы смотрели на здания, на эти формы городские, которые пережили несколько, ну, смену там на 3-5 совершенно разных политических эпох, социальных ситуаций, неимоверную смену, неимоверное количество смены числа пользователей, церкви, превращенные в жилые дома, ну, естественно, фабрики, ставшие наоборот, ну, там, фабрики, ну, становящиеся культурными центрами и жильем, ну, то есть какие-то торговые площади, которые превращаются в музеи. И кто, то есть можно сказать, что здания и городские формы, они живут намного дольше в городе, чем ну, как бы этот цикл первичного пользователя. То есть у этого объекта будет огромное количество пользователей с совершенно разными задачами, с совершенно разными потребностями. И зацикливаться только на первом пользователе этого здания, не думать совершенно о, ну, всех последующих и, ну, каких-то противоположных веяниях и процессах, которые происходят одновременно в одной точке или в разных точках времени. Поэтому тут все-таки, опять же, я против, ну, как вот зацикливания на таком инженерном подходе, а все-таки всегда иметь в виду, ну, какую-то более общую картину, более сложную, и диалог вести не только с первичным пользователем, не только с несколькими рандомными людьми, которые представляют несколько рандомных мнений, но и смотреть на город как на, ну, как на субъект диалога, с которого мы ведем. И надо помнить о том, что мы добавляем формы к этой скульптуре города, которая будет жить еще намного дольше, чем те несколько человек, с которыми мы можем сейчас пообщаться. Да, вот, кстати, прежде чем, Саш, ты скажешь, я просто оговорюсь, что вот очень забавно получилось, как НАТО перекинуло мостик к моему третьему тезису о том, что сами здания, городские пространства тоже заслуживают внимания как, ну, не меньшего, чем жители, да, и что их тоже надо вовлекать в процесс, реагировать на них и думать об их будущем. Но так что, понимаете, поскольку беседа чуть-чуть пошла в разнос, вы можете реагировать и на реплики друг друга, как вы уже делали. Да. Ну что ж, Саша, пожалуйста. Я полностью поддерживаю все, что все сказали. Включая второй значок, который я тебе подарил. Да, я вас полностью поддерживаю. И мне, вот ты сказал, я что спросил, что архитектор должен быть психотерапевтом. Я подумал, а кто не должен быть психотерапевтом? И вообще, ну, как бы, а что значит не быть психотерапевтом? Быть свиньей, что ли? Ну, просто никого не слушать, делать все, что ты хочешь, да? Любой, не обращать кто, внимания. Любой, кстати, терапевт или свинья, да. Две ролевых модели. Да, именно. Вот. Мне кажется, архитектор не должен быть свиньей. И это вопрос его человеческих качеств и профессионализма. Заранее просим прощения у свиней. Продолжай, пожалуйста. Точно. Да. Это вопрос его человеческих качеств и, конечно, его профессионализма, потому что ошибки совершаются в том числе не потому, что человек хочет чего-то плохого, но и просто потому, что он не знал, что об этом надо подумать, об этом надо спросить. Но некоторые вещи действительно кажутся достаточно обычными, да, если делаешь что-то, ну, в каком-то месте, где есть люди вообще, ну, архитектор чаще всего так работает, да, то неплохо было бы с ними познакомиться. Да? Не обязательно принимать к сведению. Я полностью за то, о чем говорит НАТО, за некоторую автономию архитектора. Да. Но как бы вообще не увидеть людей, которые будут рядом с тем, что ты делаешь, мне кажется, это не очень порядочно, и архитектор так, наверное, не должен себя вести. А вот ты, как бы, твой вопрос начинался с того, надо ли ходить к людям, и как ты сформулировал, надо ли ходить непосредственно к людям, да, или можно как-то иначе. Да, да. Пользоваться какими-то инструментами, исследованиями и так далее. И вот тут, наверное, я бы хотел сказать, что эта постановка вопроса, она тоже, мне кажется, ну, такой довольно нарциссической, да, связанной с представлением о том, что архитектор, снова возвращаясь к этому образу, таки может всех спасти.
И чтобы всех спасти, ему нужно узнать, там, как их спасать. Ну, чтобы наверняка, потому что, кстати, в этом деле нельзя ошибиться. Пришла в голову, да? Такая аналогия. То есть должен ли архитектор с коня сходить иногда? Или прямо сверху всех ободревать, да, и да, понимать, ну, что их нужно? Да, вот тут это, да, как бы очень важная вещь, что вот эта профессиональная травма, которая, мне кажется, в 20 веке она возникла, или начиная с 19 века, которая требует одновременно от архитектора, с одной стороны, быть тем, кто всем управляет, а с другой стороны, никогда в этом не ошибаться. Ну, потому что, как бы, да, самое страшное, это когда ты решил всех спасти и никого не спас. Вот, это прям очень болезненно. Но я к чему? Что на самом деле, мне кажется, архитектор — это то, про что и говорил Сергей в самом начале, и про что, мне кажется, Настя, Надеюсь, тоже говорила. Данила, что... ты имеешь в виду. Данила. Привет. Извини. Я поступил как свинья сейчас, ладно. Вот, короче, что то, с чего тоже я начинал, да, что мне кажется, архитектор, который хочет участвовать в реализации права на город, а не просто вести себя прилично, да, надо, мне кажется, обсуждать совершенно другую сторону. Конечно, он должен работать с жителями, конечно, он должен их выслушать, использовать для этого все инструменты, на которые у него есть бюджеты, да. Но вообще-то проблема находится в другой части этой картины. А именно в той, где архитектор не может ничего обещать, потому что у него нет никаких ресурсов выполнять эти обещания, когда он общается с жителями. Поэтому обсуждать надо тогда, мне кажется, не ту часть, где он ходит к жителям, а ту часть, где он ходит к заказчикам. Город это или частный девелопер, и с ним договаривается о том, какие у него есть полномочия спасать людей. Кстати, вот это, мне кажется, важный вопрос. Часть, которая, ну, как бы тревожнее и сложнее. Важный вопрос, может быть, ты об этом тоже скажешь. Вот между кем и кем посредник, архитектор? Да, между. Вот кто, ну, эти. Возвращаясь другие? К тому, к той реплике, с которой я начал, он всегда посредник между ресурсами и теми, на кого эти ресурсы упадут в виде домов, собачьих площадок и дорожек. Вот. Не хочу, чтобы на меня дом упал. Нет, да. Поскольку мы не в Швейцарии, да, и не в Финляндии, и комьюнити пока не является основным, да, как бы инициатором и держателем бюджета, и заказчиком, да, то мы, как и во многих других странах, это не наша только проблема, да, в большинстве стран ресурсы и решения находятся у небольшой группы лиц, а последствия как бы опускаются на большую. И вот та часть, которая вот на этой стороне у архитектора, она, мне кажется, гораздо более сложной, чем та, где, ну, в общем, действительно можно просто быть нормальным человеком, и это уже неплохо. Ну, тут тоже, кстати, надо понять, он является ли в действительности актором изменения, то есть есть ли у него полномочия на действия, которые изменят город. То есть это же не партизанскими методами все происходит, да? Хотя тоже изменение пространства снизу зачастую имеет место быть. Но оно имеет место быть на каком-то таком низовом уровне, да? И город действительно состоит из мириад таких вот из микроизменений. Ну, кстати, может быть, стоит говорить о том, что уровень, на котором архитектор действительно на что-то всерьез влияет, это как раз двор. Но это либо ему действительно должно как бы снизойти на него некое полномочие. Во-первых, вести диалог полномочия, во-вторых, транслировать некие желания. В-третьих, предлагать инструменты для изменения среды. В противном случае любые его действия будут просто-напросто заблокированы ресурсной базой. Можно? Да, наверное, хочется сказать про такую историю, что сейчас у архитектора, раньше у архитектора вообще не было задачи, да, выходить к людям. Сейчас появляется много инструментов, да, в том числе цифровых, где можно получить много информации про пользователей. Да? То есть есть исследования там, по сотовым телефонам, любые другие, да, когда мы можем узнать очень многое про людей, не контактируя с ними, да? То есть дистанционно. Этот инструментарий появился, и такая возможность есть, и странно ее не использовать, да, в своем проектировании. Вот. И мне кажется, это, безусловно, дополнение к тому, к живому выходу, к живым пользователям. Да.
повторюсь, это действительно так, что есть приватное, полуприватное и общественное пространство. И там действуют совершенно разные законы вообще взаимодействия с сообществом, работы архитектора. И это действительно так. Но мне кажется, что сейчас несколько стираются границы между так называемой большой архитектурой и небольшой архитектурой. Вот, то есть, и мне кажется, это такой важный процесс, что архитектор, нет таких прикладных архитекторов и творцов, да, то есть нет, мне кажется, вот эти полюса, да, они несколько приходят к какому-то балансу, вот, потому что архитектор решает сейчас уже очень большой спектр вопросов. Не только как это будет выглядеть, он решает социальные вопросы, экологические и так далее. Он и должен решать такой большой спектр? Ну, сейчас он не может просто не решать. То есть сейчас мы находимся в таком мире, что архитектор, он такой менеджер, который должен учитывать все эти вопросы. Да? То есть раньше, может быть, он о них не задумывался, а сейчас он такой междисциплинарный специалист, который должен в своем проекте подумать о очень-очень многих слоях, да, и о будущем, как это вообще, о контексте, о экологичности и так далее. Ну, то есть очень много слоев. Вот, и поэтому, мне кажется, вот этот микс для архитектора, когда он может и умеет применять инструменты, да, то есть у меня есть друзья, которые работают только в цифровом поле и отрицают общение, но с живыми людьми, потому что это действительно зачастую активное ядро, это выборка людей, есть такой момент. И мне кажется, если сочетать действительно информацию, которую можно снять только за живых пользователей, плюс информационные источники, тогда можно действительно увидеть вопрос с очень разных сторон, да, то есть подсветить и объемно действовать. Вот, мне кажется, вот в этом какой-то... Спасибо. Хорошо, можно у нас тут уже очередь образовалась. Да, хочу, пожалуйста. Я хочу добавить. Конечно. Вот мы говорим про инструментарий, и все прям радуемся и прыгаем. А вот такой инструментарий, как голосование по каким-то архитектурным проектам, вот как бы, как и часто проводят, там, ну, не спрашивают сообщество, а делают, спрашивают город, спрашивают людей. И архитекторы всегда против этого голосования. Потому что если, например, в Париже бы провели и спросили, хотят ли жители Эйфелеву башню, точно бы все зарубили и сказали нет. То есть здесь вопрос все-таки такой, что когда мы начинаем, одно дело, когда мы спрашиваем, но мы не любим, когда наш проект, когда наши идеи начинают обсуждать совершенно, ну, большой, там, я не знаю, там, не знаю, город целиком, а не какой-то, там, я не знаю, как скажем. Нет. С микрофоном только, пожалуйста. Участие — это не показать финальную идею. Конечно, она будет воспринята в штыки. Вот. А вопрос соучастия, когда ты проходишь этот путь, ну, с городом, да, то есть тогда только эти идеи, даже, например, новаторские, совершенно непривычные, могут быть приняты и, ну, например, целым сообществом, как город, да, когда, естественно, на конкурсах показывают какие-то идеи без контекста, без ситуации, естественно, это вызывает, мне кажется, очень протестную реакцию в большинстве случаев, вот. Поэтому как бы такой результат. И для того, чтобы такого резкого противодействия не случалось, такой оппозиции, мне кажется, нужно начинать этот процесс, то есть от начала идеи, а не показывать уже финальный результат. То есть надо правильно задать много разных вопросов и, как вот Ната говорила, очаровать своим проектом. Да? Ну вот, пожалуйста. Ну, к слову про очаровать, я просто среагировала на слово «полномочия». Есть ли у архитектора достаточно полномочий или нет, а кто ему даст или не даст? Но тут, мне кажется, опять же, можно все равно мыслить шире. И есть огромное количество примеров там в мировой истории, когда, не имея какой-то конкретной там строительной деятельности, архитектор влиял на поколение. И, представить себе даже
не знаю, влияние архитектора Седрика Прайса. Но просто его невозможно недооценивать. Но если учесть, что он действительно, по-моему, построил только одну сетку для птиц в лондонском зоопарке, но при этом он сформировал вот образ будущего, в принципе, для, ну, как способа жизни в общественных пространствах конца 20 века. И мы до сих пор живем с тем, о чем он думал и что он придумал, и теми идеями, которые он транслировал. И он транслировал их в мир и реализовывал через, там, не знаю, своих учеников, последователей и просто людей, которые очаровались этой идеей. Вот, собственно. Спасибо. Поэтому... Да. Ну, у нас осталось минут 10, ну вот, основного времени, скажем так. После чего, например, Сашу, мне кажется, придется отпустить, да? Вот. Ну, я тогда попрошу всех коротко высказаться вот по какому вопросу, как раз связанному непосредственно с архитектурным образованием. Вот то, о чем НАТО уже немного сказала. Должен ли архитектор вот чувствовать свою ответственность за то, как он меняет город не только перед действительно сегодняшним жителем, но и в некотором смысле перед историей. То есть надо ли учить архитектора читать язык архитектуры прошлого, и надо ли учить его говорить на этом языке, чтобы он, так сказать, осознавал, что он будущему говорит. Или, в общем, мы так, как рыба в воде в своем времени, и мы, как бы мы ни старались, оставим в любом случае след не так уж сильно зависящий от нас. Вот такой странный вопрос. Ну, не знаю, я, может быть, коротко какую-то мысль скажу, что, может быть, это не вопрос того, что должен, а вопрос того, что, во-первых, это очень помогает действительно архитектору, когда он умеет считывать слои, многослойность, многосложность города как такового. То есть во многом он, наверное, может предложить решение, которое максимально органично всей среде и всему контексту. То есть что-то, что вот, ну, вот прямо от этой земли происходит. Хорошо. А вот кто может сказать, как читать этот язык? Да? То есть вот у меня было такое ощущение, что разговор с жителями во многом тоже в этом помогает, потому что, выясняя какие у людей ценности, маленькие, локальные, местные, мы из них формируем вот такой образ, ну, я его назвал культурным каркасом, некий образ того, что вообще жители города ценят. И, может быть, что-то в него добавляем от себя, чтобы они ценили и то, что они, может быть, не замечали. Да. Ну, поскольку ты спросил про образование, то, наверное, я могу сказать пару слов. Я думаю, что вопрос, который ты задал, он в каком-то смысле кажется... требует какого-то переосмысления, кажется лишним. Почему? Потому что если мы говорим про архитектурное образование, то в него вообще-то уже давно встроены самые разные инструменты, которые вроде бы отвечают на те вопросы, которые ты задаешь. И не только в образовании, но и там в разные процедуры, да, которые связаны с, например, там, работой в частях города, которые принято называть историческими там, или еще как-то, да, то есть исторический анализ там или там какие-то такие вещи, вроде бы это все присутствует и в образовании, и в профессиональных инструментах. Поэтому мне кажется, что если говорить, и этому всему, безусловно, надо учить, и все это должно работать. Но если говорить о том, чего не хватает, то мне кажется, как раз критического отношения к этому. Эти инструменты, они тоже, если говорить о контексте именно нашего разговора, да, тоже создает некоторое ощущение, ну, как выполнение этой программы. Да? Там сделалось только опорный план и как бы уважил историю. Да? Там, сделал там какую-то социологию, как бы жители учтены. Вот. Вот с этим, мне кажется, надо бороться. И в этом смысле надо еще раз обязательно произнести слова Московской архитектурной школы «Марш». В Московской архитектурной школе «Марш». Мы как раз пытаемся, наверное, придумать, как смотреть на все эти вещи по-другому. Да? То есть задавать вопрос, как архитектор, конкретно меня, что на самом деле здесь волнует. И в этом, у тебя была такая идея в тезисах, да, что
архитектор, который вовлекается, архитектор и его право на город. Да? Мне кажется, это на самом деле именно то, с чего можно было бы и нужно было бы начинать. Архитектор является жителем, и у него есть его право на город. Да? Только как жителя? Или у него какое-то эксклюзивное, как у всадника? Нет, абсолютно, да. Как жителя, у которого есть инструменты, права, привилегии, ресурсы, да, в силу его положения в этом городе, да, и который он может использовать для того, чтобы потом его именем назвали улицу, да, и так далее. Значит, это его часть, как бы его способ быть встроенным в город, да. И дальше, ну, как-то он, мне кажется, может об этом подумать и принять решение, что в связи с этим он думает по поводу прав других людей в этом городе на этот город. И ну, тут уже, собственно, и возникают разные вопросы, как он хочет относиться к истории, хочет ли он там читать летопись или писать летопись, или переписывать, записывать то, что думают другие люди об этом месте там с своей рукой в эту летопись или еще что. И вот это, мне кажется, очень важно, да, что право, оно требует, мне кажется, личного участия. Это то, чего мы, я думаю, все хотели бы и большего, да, в большем объеме от горожан, да. Вот, осознание того, что право, оно как бы реализуется в процессе, да. Оно как бы только тогда оно и существует. Это к вопросу и о границах, о которых ты говорил тоже, да. Вот, короче, мне кажется, да, все это с одной стороны и так происходит, а с другой стороны важно разделить вот, да, такое номинальное, профессиональное, да, автоматизированное и реальное участие во всех вопросах вот этих, которые ты назвал. И это не просто сделать, но надо. Ну хорошо. Собственно, я бы напоследок тогда вот той стороне нашего президиума, вот вам троим, поскольку вы, мне кажется, больше заняты общением с людьми, чем эта сторона. Да, да, вот такой вопрос хочу задать, зацепившись за реплику Амира, наверное, что, ну вот, по-моему, ты сказал, что людей тоже надо учить, да, вот в процессе вовлечения удается ли когда-нибудь научить людей, ну вот, ценить то, что они имеют, да, и как бы объяснить им, что на самом деле ценно в том месте, где они живут, и дает ли это свой положительный эффект? Ну, мы все время сегодня говорим про право на город, но без прав, если есть права, то есть и обязанности автоматические, да? Мы про это как-то сегодня не упоминали, то есть ответственность того сообщества. Надо сразу тогда оговаривать ответственность перед кем? Перед самим собой, перед друг другом? Ответственность перед тем, что происходит, да, в городе вообще. Что происходит, это ответственность за то, что происходит. Отвечаем мы перед кем-то. Ну, тут можно широко смотреть. То есть, если ты имеешь право на пространство, да, если ты можешь свободно высказывать свое мнение, значит, ты должен нести ответственность за это мнение, что оно будет услышано, что оно будет реализовано, да, что оно будет на нескольких уровнях воспринято от внутри архитектурного сообщества до градостроительной политики. Да, то есть в своих, как говорится, будь осторожен в своих желаниях. Вот. И мне кажется, это работает на всех уровнях, от одного человека, активиста, до комьюнити архитекторов, которые продвигают какие-то идеи, до образовательной институции, которая выпускает архитекторов. Ну, то есть это какая-то такая важная миссия. И потеряла мысль. Ну, то есть, и, наверное, про архитектурное образование и про место хотела, наверное, сказать, что вроде бы человек, архитекторы — это человек мира, да, который может, в принципе, работать и творить в любой точке, и сейчас цифрового мира, и физического. Но мне кажется, важна та точка, где именно человек как архитектор формировался. Вот, то есть
очень тяжело работать в отрыве от контекста, да, где ты рос, где ты вырос. Если ты, если ты жил среди небоскребов в какой-то урбанистической среде, у тебя есть определенный фильтр, да, на то, что ты делаешь дальше. Если ты учился в какой-то исторической среде, например, как я в небольшом городе, да, и работала много с историческим контекстом, с тем, что происходит в городе, ну, на всех его этапах, то есть прям напрямую. И поэтому, конечно, сейчас возможности очень широкие, и доп. Образование и так далее, но когда мы проектируем на чужой территории, скажем так, мне кажется, очень важно привлекать и именно местных архитекторов. Вот. А с другой стороны, вот то, о чем я вот тут говорил, о вовлечении архитектора тоже. То есть вот он вовлекает людей, а люди вовлекают его. И он, если он погружается достаточно глубоко в проблему, то он начинает в какой-то степени ощущать себя жителем этого места. Ну или, по крайней мере, понимать. Он, архитектор, да, то есть он зачастую также бывает и внутри, да, то есть тем же пользователем. Вот. И сложно отделить какие-то свои интересы как горожанина от архитектурной миссии. Да, такое есть. Конечно, есть такая возможность, когда ты внутри не можешь взглянуть шире, да, на какой-то слой и пласт. Вот. Поэтому междисциплинарные команды, мне кажется, это сила, но ощущение именно места, да, про вот эту концепцию места, как оно живет и какое оно развитие может получить через архитектуру, да, такой взгляд в будущее, мне кажется, важно на него смотреть из той точки, где формировалось твое ощущение этого места. Ну хорошо, я вот спрошу, наверное, Амира теперь. Да. Вот ты же работаешь, да, в очень разных городах. Вот у тебя есть такое ощущение, что в непривычной среде там работать труднее? И даже еще вот какой момент пришло мне сейчас в голову. Может быть, в команде, помимо междисциплинарности, обязательно должны присутствовать и местные, и не местные. То есть если мы там, московские архитекторы, работаем в Москве, нам надо непременно пригласить кого-то со стороны. Не, знаете, тут, во-первых, архитекторы сами выкопили себе яму, когда начали любить все черное и говорить всем: не подходите ко мне. И как бы мы считаем, что кого-то учить чему-то, особенно там, я не знаю, творчеству, оценке этого творчества, это не наша задача. Это проблема архитекторов, я считаю. Поэтому, когда, например, мы в своих работах, мы обязательно привлекаем местных архитекторов не только для того, чтобы услышать какие-то идеи, но еще и показать наши наработки и поделиться этими. То есть нам не жалко. Мы готовы приоткрыть творческую дверцу и показать, как у нас все устроено. То есть мне ни в коем мере не жалко. Наоборот, мы впитаемся энергией этой. Поэтому, мне кажется, все-таки архитекторы должны быть более открыты, помогать людям получать знания, участвовать в формировании этих знаний, начиная там, я не знаю, с каких-нибудь там с детских садиков, архитектуры детских садиков, архитектуры школы, да, мы забываем, что мы можем влиять на обучение путем своих проектов. А сейчас, если посмотреть на те же школы, которые строятся, да, там буквально 3% от всех проектов, которые сейчас строятся, это совершенно неинтересные пространства, где совершенно неинтересно находиться. Поэтому, наверное, мы как-то можем повлиять на все это. Спасибо. Ну, вот так. Пожалуйста, Олег. Буквально пару слов скажу. Мне кажется, вот слово «влюбленность» сейчас будет уместно. Влюбленность архитектора в то место, куда он приехал. Город, парк, я не знаю, улица. И если он не сможет быть влюбленный, не сможет влюбиться в эту территорию, я не знаю, сублимировать или влюбиться искренне, он не сможет найти и какие-то исторические факты и так далее. И эта влюбленность дает вдохновение и увлечение, собственно, жителей за собой. То есть вот такой вот ход. Потому что все остальное, ну да, это и там, и образование, и так далее. Но если ты этого не чувствуешь и не увлекаешь за собой, то проекты, ну, они получаются, но они там суховаты там или так далее. Ну, вот как-то так мне.
Ну что, если никто не хочет возразить, то, может быть, это красивая фраза для завершения разговора. Есть ли у кого-то вопросы? Нет? Юля, у тебя есть вопросы? А, на них уже ответили. Ну что ж, тогда спасибо всем большое. Мы уложились в час и пять минут.